Приветствую телезрителей. Особые слова приветствия авторам вопросов. Прежде чем отвечать на вопросы, я хочу затронуть очень серьезную тему. Эта тема возникает, когда начинаешь размышлять о некоторых вопросах и думаешь над ответами. Это интересы отдельных граждан, возможно, даже больших групп граждан, и интересы государства, за которыми тоже стоят иногда интересы очень больших групп граждан, допустим, бюджетников, пенсионеров, а иногда стоят интересы отдельных чиновников. Вот для нас очень важно, чтобы эти интересы, когда их решают, чтобы выигрывало большинство общества, чтобы выигрывала страна в целом. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Об этом мы поговорим сегодня, потому что я знаю, что есть вопросы, в которых касается этих тем. Первый вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос такой. Все видят и знают, что сейчас очень много игровых заведений, очень много. В нашем районе их тоже много, практически через дом. Все знают, что это отрицательно сказывается на подрастающем поколении. У меня вопрос. Что можно сделать? Как убрать? Как вынести за черту города, чтобы это не сказывалось на наших детях? Как человек, который никогда в жизни не бывал в казино и настроен достаточно отрицательно к этому явлению, к этому институту, который присутствует, к сожалению, в Молдове. Я говорю «в Молдове», потому что в многих странах, например, в Италии, в Израиле, в России, в Украине запретили казино. Где-то запретили на всей территории страны, где-то отвели соответствующие места, как, например, в России. У нас же власть очень благожелательно относится к казино, и они у нас растут как грибы. Хорошо это или плохо? Вы знаете, я думаю, что это все же плохо. Потому что игромания, особенно вот азартные игры, а казино – это достаточно азартная игра, это психическое расстройство, определенная форма психического расстройства, такая же, как алкоголизм, наркомания, и представляет значительную опасность для человека, которого необходимо лечить. К сожалению, среди тех, кто играет, есть и школьники, есть и студенты. И есть очень много трагических историй, связанных с проигрышами. Вот в социальных сетях мне попалась такая история, когда один гастарбайтер хорошо заработал за границей, несколько лет там работал, приехал, у него было с собой 20 тысяч долларов или евро, сейчас уже не помню, и он зашел как бы на минутку расслабиться к этим одноруким бандитам, как называют электронные игровые машины. И расслабился так, что проиграл все вот эти 20 тысяч. Это, безусловно, для него была страшная трагедия, потому что на эти деньги он собирался построить дом там, или решать какие-то другие вопросы, но, во всяком случае, ничего не осталось. Бывают и даже такие комические случаи, тоже в социальных сетях мне попалось, когда в одном казино приехал какой-то мэр с юга Молдовы, попросил, чтобы зал закрыли, что он будет играть по-крупному. И проиграл он, попивая коньячок, почти целые сутки играл, проиграл 100 тысяч леев. Я так понимаю, явно не заработанные честным трудом. Но я повторяю, это может быть с мэром какая-то комическая такая ситуация. А есть действительно очень много трагедий, сломанных судеб людей, когда проигрывали машины, квартиры и так далее. Поэтому я думаю, к этому явлению надо отнестись серьезно. И в этом плане этот вопрос представляет интерес. Значит, у нас все вот эти казино,
игровые залы находятся под эгидой государства. Создана специальная организация, которая занимается всеми игровыми видами бизнеса. И, к сожалению, эта организация, ну, явно не работает на интересы граждан. У нас, по данным на 2015 год, приведу цифру, зарегистрировано 350 игровых клубов и где-то около 4000 игровых автоматов. 4000 игровых автоматов. Очень часто в казино, вот этих игровых залах, много составляющего криминального. Но вот есть такие данные, по правоохранительные органы проводили проверку. Один из владельцев 8 таких игровых залов, в котором стояло около 1000 автоматов, вообще не платил никакие налоги и себе нормально существовал. Но, безусловно, мы прекрасно понимаем, зная наши реалии, что за этим человеком кто-то стоял, с кем-то он делился. То есть в этих криминальных схемах было задействовано и государство. Точнее, те, кто должны работать на государство. Известна еще такая история, многие, наверное, помнят, когда в парламенте утверждали закон о казино, уже после утверждения кто-то из руководителей парламента ввел такие изменения, которые спасли казино от уплаты на сумму 6 миллионов леев. Но мы прекрасно понимаем, что часть из этой суммы ушло в парламент. То есть вы должны понимать, насколько болезнь широко распространилась и сколько участвуют в этом криминальном, в данном ситуации, бизнеса со стороны государства. Примерно 90-100 миллионов лей в год дают государству вот все эти казино, игровые залы. И по подсчетам экспертов не додают, но есть разные цифры, от 10 до 30 миллионов. То есть это те миллионы, которые уходят в чьи-то карманы. Ну, естественно, в первую очередь владельцев казино, и во вторую очередь в те карманы, с кем они делятся. Вообще история взаимоотношения государства и казино представляет значительный интерес. Как только всплывают такого рода истории, о которых я рассказывал, вот, теневая работа, или бывает, вот счетная палата выявила, что не платили подоходный налог, потому что убыточные предприятия. Вот вы представьте себе, число казино растет, игровых автоматов растет, а они убыточные. Ну что это за бизнес такой, который убыточный, но продолжает развиваться? Это, ну, что-то ненормальное, такого быть не может. Так вот, счетная палата выявила, что они не платили подоходный налог, как убыточные предприятия. И вот когда государство узнает об этом, я имею в виду государство, власть, там, правительство, они начинают возмущаться, все, мы закроем казино, мы выведем их за пределы города и так далее. Потом проходит какое-то время, и все успокаиваются. Вот очень интересно понять, почему они успокаиваются, что их так успокаивает, что вот они бурлили, депутаты, члены правительства возмущались, а потом все, тише гладь, успокоились. Вот над этим стоит подумать нашим правоохранительным органам. Вообще эту проблему необходимо решать. И я думаю, что конечно, не такой оптимист. Вот я высказал, и сейчас сразу все депутаты, все правительство побежит решать эту проблему. Я прекрасно понимаю, что в этой проблеме есть чьи-то интересы там, наверху. Но я думаю, что мы должны поднимать этот вопрос. Мы должны требовать его решения. Власть должна искать варианты этого решения. Но без решения этих вопросов, я думаю, нам лучше не будет. Потому что действительно это заболеваемость. И с этой заболеваемостью, вот такое психическое расстройство, связанное с играми, необходимо бороться. Необходимо стать на защиту и прежде всего молодого поколения, школьников и студентов. Пожалуйста, следующий вопрос.
Я Невянцев Михаил, 60 лет. У меня специальности автомеханик, водитель, профессионал, строитель. И везде отказывают постоянно в работе без ведомых причин, что я уже не подхожу по возрасту. И приходится пока торговать на рынке, потому что, чтобы зарабатывать на хлеб, я же не могу пойти воровать там или что-то еще. И вот в прошлом году гоняли, в этом году гоняли тоже. И, как говорится, во всех странах есть блошиные рынки, узаконенные, все нормально. Люди там могут зарабатывать себе на хлеб. А здесь что-то никак не могут решить, там в парламенте или где, не могут решить вопрос про блошиные рынки. Вы знаете, важная проблема, мы о ней много говорили. Вот обратите внимание, человеку 60 лет, то есть ему еще 2 года до пенсии, то есть он не получает пенсию. Человек квалифицированный, владеет несколькими специальностями, но по разным причинам. У нас, кстати, очень много рабочих мест. Я сейчас боюсь ошибиться, но постоянно на бирже труда там 5-8 тысяч рабочих мест самых разнообразных. И я хочу посоветовать автору вопроса, что надо поискать. Может быть, просто пока не везло, может быть, найдется хорошее рабочее место. Но то, что касается вот этой проблемы, так называемых блошиных рынков, вы знаете, я буквально на днях с ней столкнулся. Я давно не был в районе железнодорожного вокзала, и так получилось, что прошел туда пешком с центра города и посмотрел вот этот громадный блошиный рынок, который возник в том районе. Конечно, идешь, и очень жалко этих людей, потому что большинство из них, простояв целый день, предлагая, ну, буквально за бесценок те вещи, которые они когда-то копили и так далее, но которые, к сожалению, никому сейчас не нужны. Вот они стоят целый день в надежде что-то продать, получить за это 30, 50, 100 лей, чтобы потом купить себе хлеб, молоко и так далее. Конечно, этих людей очень жалко. И, конечно, мы понимаем, что этот рынок незаконный в районе железнодорожного вокзала. И есть и другие такие, такого рода рынки в Кишиневе. Конечно, мы понимаем, что полиция их гоняет. Иногда требует мзду определенную с этих людей. И, конечно, мы понимаем, что эту проблему необходимо решать. Как решать? Ну, давайте подумаем. Я уже обращаюсь к городским властям, в правительство. Возможно, мы найдем, ну, какое-то большое место, может быть, в черте города, может быть, на окраине города, чтобы все знали, что вот туда можно прийти и бесплатно, не заплатив ничего, попытаться что-то продать. То есть давайте сделаем шаг навстречу людям, которые очень нуждаются, которые сегодня просто необходимо выжить. И остальные будут знать, что вот можно поехать на этот, ну, назовем, как его называют, блошиный рынок, и поискать то, что тебе нужно, то, что ты, может быть, не находишь в магазинах. Там действительно попадаются иногда очень интересные вещи, сделанные как бы в прежние времена, из настоящего металла и так далее и тому подобное. И может быть, это решение вопроса, но еще то решение, о котором я говорил на одной из передач. Давайте давать возможность и пенсионерам, и людям предпенсионного возраста найти работу. Пусть будут какие-то программы социальные, пусть подумают над этим Министерство труда. Пусть не полный день они работают, полдня работают. Но что-то надо делать. Это наши граждане, это наши люди. Нельзя их вот так бросать, выживайте как хотите. А мы будем, проезжая на лимузинах, свысока смотреть на вас. Вот жизнь у вас не получилась. К сожалению, жизнь не получилась по разным причинам, в том числе и по вине власти, у сотен тысяч людей. И нельзя об этих людях забывать. Еще раз обращаюсь к властям. Давайте подумаем, как решать эту проблему.
вот я слышала по телевизору, что обнародование этой переписи населения будет после выборов президента. А почему именно после выборов, а не до выборов? Мы должны знать, сколько же у нас человек примет участие в голосовании. Вы знаете, вот эта последняя перепись, результаты которой мы пока еще не видели, ну, за исключением некоторых там, которые были размещены на сайте, о которых я скажу чуть ниже, она действительно какая-то загадочная. Во-первых, по ее итогам сразу же начались разговоры, что многих людей не опросили. И нас стали убеждать, что ну, это как бы при переписи не обязательно всех, что это такой очень расширенный социологический опрос. Но вы знаете, для меня большая загадка, как, допустим, при таком расширенном социологическом опросе точно выявлять, какие национальности проживают в Молдове. Потому что, мне кажется, надо опросить каждого, и тогда понятно, как каждый человек себя назовет, вот тем он себя считает. Ну и много других вопросов, особенно связанных с имуществом, которое описывается там с дом, земля и так далее и тому подобное. Мне кажется, что она была не очень удачной, что это действительно был такой прокол тех, кто занимался. Но так, для общего понимания ситуации, я вам назову некоторые цифры, связанные с прошлой переписью и то, что вот публиковалось по последней переписи. До этого была перепись в 2004 году. По той переписи в Молдове проживало 3 380 000 человек. Но это без Приднестровья. Приднестровье не учитывается. И по ней было установлено, что 8% граждан находится за границей. В пересчете там где-то это показывалось, что где-то 367 тысяч граждан Молдовы находятся за границей. Но это всегда не очень точные цифры, они достаточно условные. По результатам той переписи в Молдове проживает 76% молдаван. Надо отметить, что количество молдаван по сравнению с предыдущей переписью увеличилось на 5,9%. Ну, по многим причинам, наверное, все же больше людей, где смешанные семьи, стали себя называть молдаванами. Значит, в Молдове в 2004 году проживало украинцев 8,4%, русских 5,9%, гагаузов 4,4%, румын 2,2% и болгар 1,9%. И когда появились первые результаты переписи 2014 года, ну, они как бы вызвали определенный шок. По этим результатам численность населения Молдовы сократилась на 470 тысяч человек и составила 2 913 281 человек, то есть 2 900 000, ну где-то 13 тысяч округляем. Число трудовых мигрантов увеличилось, но почему-то конечная цифра не увеличилось, хотя как бы дан рост, но сравнить с 2004 годом примерно осталась та же цифра. Хотя мы знаем, что в это время количество мигрантов значительно выросло. По переписи число жителей страны, вот мужчины составили 48,41%, и женщины 51,58%. То есть в Молдове проживает больше женщин, чем мужчин. Но вы знаете, потому что все же смертность у мужчин гораздо выше, и женщины живут дольше. Причем вот если взять результат этой переписи и сравнить с количеством избирателей, то вообще получается какая-то картина, чуть ли количество избирателей на 100 тысяч меньше, чем проживающих граждан.
в стране. Ну, такого быть не может, потому что там и дети. Но что-то, я повторяю, не то с этой переписью. И мы знаем, что по статистике, которая ведется, и вот на 1 января 2016 года, статистика показывает, что в Молдове проживает 3 миллиона 533 человека, 533 тысячи человек. То есть гораздо больше, чем показывает перепись. Это без учета Приднестровья. Поэтому я понимаю, почему не публикуется. Особенно интрига такая, сколько проживает румын. Потому что, помните, там 2 с чем-то процента было. И мне кажется, что они так запутались в тех цифрах, которые показывает эта перепись, что не решаются сейчас выйти с какими-то итогами, боятся, что начнут анализировать, и вообще может быть признано, что эта перепись провалилась. Я не думаю, что за этим какое-то есть политическое составляющее, что власть чего-то боится, может быть, за исключением одного. Она боится того, что будет признано, что перепись эта не состоялась. В общем-то, безусловно, за это несет ответственность власть. Да, правительство там поменялось, другой премьер-министр, но это не столь принципиально, потому что в любом случае правящие партии, они, за исключением одной, либерально-демократическая ушла в оппозицию, они остались те же, и, безусловно, ответственность власти есть. Я повторяю, не за результаты переписи, а за то, как она проводилась, потому что она дает достаточно какие-то кривые результаты. Хотя посмотрим, когда будут опубликованы полные результаты переписи, мы их проанализируем, и, может быть, выяснится, что мы ошибались. Во всяком случае, хотелось бы ошибаться, потому что перепись – это очень дорогостоящее мероприятие. И если выяснится, что деньги были потрачены зря, то будет, конечно, очень обидно. Недавно было принято решение о повышении цен на винетки на машины с иностранными номерами. Правильно ли это или неправильно? И какова практика в других странах? Сложный вопрос. Вот тут как раз именно то, где сталкиваются интересы отдельных граждан, может быть, даже очень больших групп граждан, и интересы государства. И достаточно сложно разобраться, где и кто прав. Вот смотрите, вот такие пошлины, вот эти виньетки, есть в 9 странах Европы. То есть не во всех странах они есть. Причем в некоторых странах они используются для того, чтобы только ездить по автострадам, то есть если ты собираешься ехать по автостраде, ты должен обязательно купить винетку. Если по обыкновенной дороге, то не нужно покупать. А в таких странах, как Румыния, Болгария, Молдова, по любой дороге покупай винетку и езжай. Безусловно, когда люди приезжают, особенно иностранцы, их иногда это возмущает, потому что говорят, слушайте, у вас такие плохие дороги, вы еще деньги берете с нас. Мы, наоборот, разбиваем тут машины. Что касается по цене оплаты, я вам назову некоторые цифры. Вот в Австрии винетка стоит около 9 евро. Это краткосрочная, как правило, до 15 дней. В Болгарии 8 евро. В Молдавии 4, в Румынии 3. Зарабатывает Молдова вот на продаже этих винетков примерно 2-2,5 миллиона долларов в год. Много это или мало? Ну, смотря с чем сравнивать. И у нас цена зависит от количества дней. Значит, есть 4 евро до 15 дней, есть 25 евро до 180 дней, есть 50 евро до 6 месяцев и 100 евро до года.
если не покупает винетку, обнаружит, водитель платит штраф 250 евро. Вот в чем тут интрига? Я хочу, чтобы мы с вами попытались разобраться. Значит, 60% винеток, как правило, покупается на краткосрочный период. То есть это иностранец приехал в командировку или с туристическим какой-то целью. Это молдаване, которые работают за границей, приехали там на Пасху, на Рождество, на какой-то другой праздник. Они до 15 дней побыли и уехали. А вот 40% из них, значительная часть, находится, покупает винетки на полгода, на 180 дней, на полгода и даже на год. А некоторые из них не один год находятся в Молдове. И вот когда государство предложило увеличить цены за вот эти винетки, довести их до 300 евро в год, чтобы платили, это вызвало возмущение у тех, кто въезжает в Молдову. И они говорили, вот мы и так мало зарабатываем там сейчас, вот въезжай, тут еще за машину платить 300 евро, это очень много и так далее. Но давайте разберемся, а вообще почему, извините за жаргон, государство решило наехать вот на этих людей? Вы даже знаете, что они тут демонстрации устраивали в Кишиневе, возмущались. Проблема вот в чем. Вот эти 40% – это примерно 18 тысяч машин, плюс-минус. И, как правило, это не самые современные машины, это очень много старых машин, дешевых машин, которые есть проблемы с загазованностью и так далее и тому подобное. Так вот, государство подсчитало, что на самом деле это такая форма приобретения машины без растаможки. Потому что если бы эти люди растаможили эти машины, получили молдавские номера, то за эти 18 тысяч им бы пришлось заплатить гораздо больше, чем они заплатили вот этот сбор. Этот сбор вот с этих 40% составил, ну, в среднем назову примерную цифру, 900 тысяч евро. Да, вроде бы большая цифра, около миллиона евро. Но если бы им пришлось растаможить машину, то есть как бы приобрести ее официально, получить молдавские номера, то им бы пришлось заплатить вот эти 18 тысяч, которые эти 40%, 45 миллионов евро, то есть почти в 50 раз больше, ну, если считать 900. И вот вы представляете себе вот такую ситуацию, вот эти разницы. Конечно, государству хотелось бы, чтобы они платили больше. Конечно, те, кто занимается автомобильным бизнесом, возмущены, что вот они привозят, тут продают, должны растамаживать и так далее, платить акцизный сбор, а те не платят акцизный сбор. Вот тут возникло противоречие. С одной стороны, интересы государства, ну, сравните, 45 миллионов и 900 тысяч. А с другой, интересы вот этих 18 тысяч, которые ежегодно привозят эти машины, пользуются ими, иногда перепродают по уму, вывозят их, потом снова ввозят и ездят с иностранными номерами. Это серьезная проблема. Я бы сейчас вот так однозначно не говорил, или что государство поступает правильно, или что эти люди поступают правильно, что возмущаются. Но в результате выиграли сегодня эти люди. Государство, власть отступила. Отказалась повышать до 300 евро за год за ввоз вот этих
машин. Правильно сделало государство или дрогнуло с каких-то популистских целей, там, думая о будущих выборах и так далее? Когда я говорю государство, вы понимаете, я имею в виду правящий класс, те партии, которые находятся у власти. Мне сложно судить, но мы имеем то, что имеем. Я еще раз возвращаюсь. Вот когда мы обсуждаем такого рода проблемы, давайте их рассматривать со всех сторон. И видеть и эти интересы, и интересы государства, и интересы тех, кто находится у власти в государстве, и так далее. И общими усилиями искать выход из этой ситуации. Потому что что-то нужно делать. Нам нужно пополнять бюджет. Нам нужны, чтобы были деньги в бюджете. Это пенсии, это зарплаты бюджетникам, это различные социальные программы. Но с другой стороны, мы не должны ущемлять наших людей, которые очень тяжким трудом зарабатывают за границей деньги, покупают себе машину, а тут должны приехать и платить за растаможку еще 3000 евро и так далее. Нет у них этих денег. Или 4000, зависимо от класса машин. Сложная проблема, но в любом случае надо думать, как ее решать. Я надеюсь, что власть над этим очень серьезно подумает. Здравствуйте. Я хочу задать господину Андреевскому такой вопрос. Дети у нас вырастают. До 8 лет есть площадки для детей и зимние, и летние. А вот после 10 лет уже детям некуда деваться. Спорт, только футбол. Куда нам детей девать? Зимой и летом. Вы знаете, я не из тех людей, которые тоскуют по советской власти. Знаю, что это очень многим не понравится, потому что вот там при советской власти много было хорошего. Все было при советской власти. Но вот если говорить, что было хорошее, это создание системы заботы о детях. Это различные кружки. Это спортивные секции и так далее и тому подобное. Я сам как бы через это проходил, ну, больше там спортом увлекался, но это было. К сожалению, у нас этого нет. И автор вопроса правильно говорит о том, что ну, а где детям проводить время, где проводить досуг? Только дома, там возле компьютера сидеть и целый день, иногда и целую ночь играть, забывая даже про уроки. Действительно, надо, вернее, наверное, нужен такой национальный проект, в котором узловыми такими вопросами были бы спортивные площадки возле домов и стадионы в школах. Я просто удивляюсь, я уже говорил, почему наши партии обо всем говорят. Они скажут, а вот наша партия предлагает вот такой проект. Мы начинаем над этим работать. Вот если бы каждая партия сделала хотя бы по 2-3 стадиона в Кишиневе, в школах, и сказала, вот наша партия это сделала, вот мы вывели людей, мы собрали деньги, купили что-то. Вот смотрите, вот этот стадион создан демократической партией. Это партия социалистов, это другая партия и так далее. Вот тогда я бы сказал, слушайте, там же нормальные ребята собрались, они что-то хотят для народа. Но я этого не вижу. Я вижу только выйти на площадь, покричать. А то, что касается партии власти, те вообще как бы отмалчиваются. Есть власть, вот все, мы выбрали власть, что вы от нас еще хотите? На самом деле, я повторяю, это очень серьезная проблема, потому что это проблема здоровья детей. Это проблема, как будут развиваться дети. И я просто призываю власть, я призываю партии, как правящие, так и в оппозиции, обратите внимание на эту проблему. Пусть у каждого из вас будет программа «Дети», где на первое место будут поставлены вот эти спортивные площадки в школах, во дворах домов и так далее. Это очень важно. Но обратитесь лицом к людям.
начните работать на людей, но не просто бла-бла-бла-бла с трибун, с телеэфиров и так далее. А вот пришли, сделали, показали. Вот это мы сделали и будем делать. Если, допустим, сделала оппозиция, когда придем к власти, у нас есть эта программа, власть, мы это делали, вот сейчас находясь у вас, и будем дальше делать. Давайте в этом соревнуйтесь, а не в том, кто больше друг на друга вывалит компромата и обваляет в грязи. Давайте подумайте о детях. Потому что на самом деле, как это ни пафосно звучит, это наше будущее. Как вы считаете, каковы основные, ну, так сказать, на ваш взгляд, причины, почему в Молдове нужна и президентская форма правления? Я, например, так считаю, но как считаете вы и почему? И ваш прогноз на исход этих событий и перспективы их развития. Спасибо. Вы знаете, в отношении формы правления Молдовы, там президентская, парламентская и так далее, это действительно очень интересный, важный дискуссионный вопрос. У нас как бы в крови живет, нам нужен господарь. Вот почему люди кричали «прямые выборы президента». Вот мы выберем хозяина страны, вот он будет хозяином. Вы знаете, это не очень хорошо. Потому что на самом деле вот опыт многих стран показывает, что хозяин, вот когда президент имеет полные полномочия и так далее и тому подобное, это не всегда плюс. Мне могут возразить, слушайте, а вот Лукашенко навел порядок. Да, я был в Беларуси, мне нравится в Беларуси. Хорошие дороги, рабочие места, практически нет безработицы, чистые города и так далее. Но есть одна маленькая-маленькая проблема. Лукашенко, будучи, наверное, очень хорошим хозяином на уровне там, колхоза, возможно, завода, не понял перспективу развития страны. Он вовремя не привел изменения в его хозяйственном механизме. И на самом деле Беларусь, в которой многие проблемы решены, социальные и так далее, она отстает в экономическом развитии. Она оказалась неконкурентоспособна, не вписывается в мировые реалии, хотя где-то намного выше Молдовы по многим показателям. То есть на самом деле это хорошо, когда хозяин, но вот когда хозяин не увидел перспективы и повел немножко не тем путем, а все как стадо пошли за ним, это может привести к печальным последствиям. Также в России. Путин увлекся внешней политикой, стал играть там, а сколько проблем в самой России оказалось нерешаемы. Кто смотрел последнюю линию, прямую линию с Путиным? Какие на первом месте? Паршивые дороги. Выяснилось, что за последние 3 года именно на дороги меньше начали падать выделения денег. И поэтому, когда Путин возмущался, он зря возмущался, потому что это была внутренняя такая политика. ЖКХ, именно на ЖКХ стали падать выделения денег. Здравоохранение, именно на здравоохранение понизилось выделение бюджетных денег и так далее. То есть и те тучные годы, которые были с нефтью, пропустила Россия. Сейчас она пытается что-то сделать, но, как говорят, поздно пить боржоми. У нас были прямые выборы президентов. Был президент Снегур, у которого много было власти. Но не вся власть как бы невозможна. Конфликт с парламентом, конфликт с отдельными министрами. Были прямые выборы Лучинский, тоже конфликт с премьер-министром, с парламентом и так далее. Вы знаете, сложно найти идеальную форму правления. Но с другой стороны, смотрите, нормально как бы развиваются другие страны, где нету конфликтов таких острых между парламентом и правительством, где научились договариваться. А почему? Потому что, вот, допустим, в Германии сформировалось большинство,
оно выбрало свое правительство, но это же большинство, если в парламенте, и нормально работают они. Великобритания, большинство сформировало правительство, но оно большинство и в парламенте, и они работают за взаимодействие с парламентом. Вот это более-менее идеальная форма, поэтому я вообще выступаю против поста президента в Молдове. Пожалуйста, победили, выбрали своего премьера, имеете большинство в парламенте и отвечаете за все, что происходит в стране. Вот сейчас демократическая партия имеет большинство, там либеральная партия, условно говоря, младший партнер, либерал-демократы вообще ушли в оппозицию. И мы знаем, что премьер-министр от демократической партии, у демократической партии свой спикер в парламенте, там она имеет большинство, и она отвечает за все, что есть в стране. И мы с нее будем спрашивать. И она это чувствует и пытается что-то делать. Поэтому отсюда вот и повышение пенсии на 10%, и снижение тарифов на газ на 10%, на электроэнергию и так далее и тому подобное. Вот такая форма мне нравится, а не просто вот будет хозяин, в наших условиях президент абсолютно без полномочий, который не будет понимать, что делать, и будет или ничего не делать, как это делает Тимофти, или вступать в конфликт то с парламентом, то с правительством и так далее, и в стране снова будет неразбериха. Поэтому интересный вопрос, он требует размышления, но давайте все же выходить вот к этой европейской культуре, к парламентскому большинству, которое формирует правительство и так далее. А если мы уже решили избирать президента, так давайте определимся, чем он должен заниматься. Тут есть над чем подумать. Я вообще считаю, что в первую очередь национальной безопасностью он должен заниматься в широком смысле этого слова. Экономическое, я уже говорил, социальное, энергетическое, военное и так далее и тому подобное. Он должен разобраться, что это такое, вникать в эти вопросы и бить тревогу, где создаются проблемы для национальной безопасности, где создаются угрозы. Вот этого нет со стороны Тимофти. У меня такое впечатление, что он вообще не понимает, что такое национальная безопасность страны. Вот если президент будет этим заниматься, очень серьезно, работать с Советом Безопасности, куда входят и премьер, и председатель парламента, и лидеры правящих партий, вот тогда, может быть, нормальное будет вот это взаимодействие президента, парламента, правительства. Давайте думать над этим вопросом. Я повторяю, нет таких легких решений. Все решения достаточно сложные. Господин Андреевский, у меня к вам вопрос такой, может быть, вы сможете ответить. Вот как сделать, чтобы вернулись обратно наши молодые люди, наша кровь, которая уходит по всему миру? Это те люди, которые здесь жили, и жили в мире, было хорошо, уважали друг друга. Сейчас нас разобщили со всех сторон. И когда у нас будет, в общем, как вы думаете на этот счет? Отвечу коротко на этот вопрос. Мы его уже не раз касались. Но что делать? Уезжают люди. Они уезжают, потому что хотят видеть новые перспективы для себя. Во-первых, уезжают многие, чтобы получить хорошее образование. Получив хорошее образование, они находят работу за рубежом. Какая-то часть небольшая возвращается, но очень небольшая часть. Значительная часть, к сожалению, остается. Но вы знаете, вот я историк по профессии, у нас были такие волны отъезда. Вот была такая волна, когда победила советская власть в Бессарабии, и значительная часть людей, это 17-18 год, начала уезжать. Потом Бессарабию присоединили к Румынии. Тоже какая-то часть начала уезжать туда уже, к советской власти. Затем снова пришла советская власть. Какая-то часть снова уехала на Запад, в Румынию и далее. Кстати, многие русскоязычные уезжали. Потом война.
Потом румыны пришли, снова какая-то часть покинула. Потом советская власть пришла, значительная часть уехала, значительную часть арестовали, отправили в Сибирь и так далее. Безусловно, нам не очень везло в истории, потому что вот постоянно какие-то вот оттоки, притоков не так много было, к сожалению. И сегодня тоже мы наблюдаем, мы в одном вопросе говорили вот о количестве мигрантов, что значительная часть, ну, по разным подсчетам, где-то 600 тысяч, 700 тысяч, мы не называли цифру, потому что перепись еще не дала окончательно такую выверенную. Поэтому очень важно как бы думать, как решать эту проблему, как возвращать людей. Мы тоже об этом говорили. Надо содействовать открытию бизнеса. А самое главное, надо создать такие условия, чтобы люди приезжали и говорили: слушайте, тут нормально работают суды, тут нормальная правоохранительная система, тут нормально, эффективно работают институты власти, тут не требуется везде платить деньги, нет коррупции, ну такой, повальной и так далее. Вот если это будет, поверьте, будут возвращаться, да еще не сами, будут находить инвесторов за границей, приводить их сюда, будут открывать бизнес, будут развивать экономику, и мы все от этого выиграем. Вот это очень важно и необходимо понять. Господин Андреевский, скажите, пожалуйста, это правда, что с бюджетников будут снимать с зарплаты 5% за счет миллиарда, который украли и неизвестно кто? Я на этот вопрос отвечу очень кратко. Безусловно, никто не будет деньги у бюджетников брать. Это все как бы такие сказки. На самом деле правительство одолжило у Национального банка, чтобы порешать проблемы этих банков, которые кризисные были, три банка. Возможно, вот говорят, что заключен меморандум, но правда его никто не видел, только слух о нем, между правительством и Национального банка, что будут выпущены облигации, и правительство рассчитается с Национальным банком. То есть это деньги будут внутри страны, то есть это не куда-то они уйдут. Безусловно, это очень важная проблема. Я не исключаю, что будут введены какие-то налоги, ну, поговаривают о налоге на роскошь в первую очередь, у кого там лишний метраж земли и так далее и тому подобное. Там яхты, самолеты, дорогие машины, украшения какие-то очень дорогие. Но проблема действительно существует, и ее надо решать очень просто. Надо найти тех, кто украл деньги из банков, а потом и найти деньги. В первую очередь надо найти тех, кто украл, потому что деньги сами по себе не вернутся. Их надо возвращать через этих людей. Потому что даже найдя на каких-то счетах деньги, их трудно будет вернуть. А вот через этих людей, я думаю, значительную сумму удалось бы вернуть. И вот этим должна сегодня заняться власть. Найти тех, кто украл деньги, а не искать варианты, как пополнить там вот эти потери за счет дополнительных налогов и так далее. И я думаю, это решаемая проблема. Я бы хотела задать вопрос всему нашему обществу. Может, хватит уже разбегаться в разные стороны? Когда мы будем все объединяться, будем считаться одним молдавским народом? В одной из песен Булата Акуджава есть такие замечательные строчки. «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Но вот то, что автор спрашивает, о чем говорит, действительно, это очень важно. Нам нужно объединиться, нам нужно почувствовать себя единым молдавским народом. Но это, к сожалению, сегодня сделать очень сложно. По многим причинам. Обратите внимание, когда вы смотрите ток-шоу различные политические на разных молдавских телеканалах, как правило,
основная борьба, основные противоречия, там, объединяться, не объединяться с Румынией, вступать или не вступать в таможенный союз и так далее. То есть мы очень мало обсуждаем вопросы развития Молдовы. Как нам развиваться? Какие точки роста у нас в экономике? Как нам решать проблемы здравоохранения? Как нам решать проблемы модернизации образования и так далее? И это очень плохо. Мы не сосредоточились на созидании. Вот что нас может объединить, это созидание. Но в первую очередь мы все должны понять, что самое главное, что нам нужно сделать, это направить все усилия на строительство независимого, суверенного, ну и как сейчас уже там приняли декларацию в парламенте, нейтрального молдавского государства. Вот это нас во многом должно объединить. Мы имеем свою страну, мы имеем свое государство. Это, ну, не каждому дано в этом мире. И, безусловно, это очень большая ценность, которую надо беречь. И не просто беречь, но и развивать. Поэтому я считаю очень важным, вот в этом году мы будем отмечать 25-летие образования Молдавского независимого государства. Это и праздник, но это и возможность подумать о том, как нам строить это государство, как нам защищать это государство, как нам развивать это государство. И в этом плане я считаю очень важным, знаю, что не все со мной согласятся, но независимость Молдовы во многом зависит от того, сумеем ли мы развить наши отношения с Европейским Союзом и, более того, вступить в Европейский Союз. Говорят, вот эта задача никогда не решится. Но, дорогие мои, а вы вспомните, когда ставился вопрос о безвизовом режиме, что говорили оппоненты? Да ну вы что, никогда нам не дадут безвизовый режим. И что? Сегодня по молдавскому паспорту мы путешествуем по Европе, и это открывает перед нами самые разные перспективы. И поэтому, я думаю, вот эта задача в 2019 году подать заявку на вступление в Европейский Союз, это очень важная задача, вокруг которой необходимо объединиться. Потому что это не просто так написал и подал заявку. Надо соответствовать тем требованиям, которые есть в Европейском Союзе. И вот эти 3 года мы могли бы поработать над тем, чтобы соответствовать этим требованиям. Я повторяю, это очень важная, серьезная и глобальная задача, которая может всех нас объединить. Нам нужны национальные проекты. Понимаете, те проекты, которые станут теми локомотивами, которые будут развивать Молдову. Они разного типа могут быть. Я не говорю, что вот я сейчас назову, пусть власть возьмет эти проекты. Но, допустим, такой проект, как «Здоровье нации». Важнейший проект, который охватывает очень широкий круг вопросов, которые необходимо решать. И это очень важные вопросы, потому что на самом деле у нас, к сожалению, очень медленно растет продолжительность жизни по сравнению с тем, как это происходит в странах Европейского Союза. У нас увеличивается количество различных заболеваний и так далее и тому подобное. Мы можем объединиться в решении этих вопросов? Безусловно, можем. Но кто-то должен дать толчок этому. Или модернизация образования. Мы же все сейчас понимаем, что будущее страны зависит от того, какие мозги будут в этой стране. Надо вкладываться в школы, многое менять в школах, и методику преподавания, и материальную базу, и подготовку учителей, и так далее, и тому подобное. Это важнейшая проблема. А потом и вузы, которые во многом еще как бы живут прошлыми заслугами. Надо решать эту задачу. Тоже пока очень мало делается. А инфраструктура, наши дороги, потому что когда инвесторы приезжают и смотрят некоторые участки наших дорог, они говорят, да какая экономика тут может развиваться? Какой туризм тут может развиваться при таких дорогах?
То есть есть много вопросов. Я уже поднимал эту тему. Это IT-технологии, информационные технологии, которые могут развиваться в нашей стране. Есть для этого все предпосылки. Просто надо отдать приоритет этому направлению, надо помочь этому направлению или просто не мешать иногда этому направлению. И я уверен, вы знаете, что у нас интернет один из самых скоростных в Европе. Мы где-то занимаем там 6-7 место. Многие завидуют нам, даже в России, вот приезжают с Москвы ко мне и смотрят, как работает у меня интернет, говорят, слушайте, у вас же намного быстрее работает, чем у нас. То есть есть возможности роста и в этом направлении. Надо подумать над этим. Я когда-то вот недавно прочел записки бессарабского губернатора князя Урусова. Бессарабия 19-го, начала 20 века. Мы, оказывается, доминировали по продаже слив в Европе. Молдавские сливы уходили, чернослив, в Европу. Сейчас тоже мы торгуем, но, может быть, и это надо развивать. Надо посмотреть наши ореховые плантации, помочь развить их, открывать новые, хотя сейчас идет работа в этом направлении. То есть есть очень много интересных точек роста. А молдавские яблоки, которые славятся во всем мире, но во всяком случае там, где нас знают, в России, в Украине, в других странах. То есть не надо думать, что у нас нет перспектив. Вы знаете, что нам мешает? Вот все потеряно, как помните фильм «Шеф», все потеряно. Да ничего не потеряно. Есть ресурсы, есть возможности. Просто надо ответить на вызовы мира и идти вперед. Надо отладить работу института власти. Надо смотреть, вот президентская власть, она соответствует, президент, тем требованиям современным или не соответствует? Или если уж мы будем выбирать всенародно, надо выбрать такого президента, который будет понимать, как развивается страна, чем с точки зрения президента, той должности, что он должен делать, чтобы развивалась страна. Надо выбирать парламент нормально, надо подумать о том, чтобы выбирать и по одномандатным округам, чтобы были социальные лифты у людей активных, чтобы они могли подняться во власть сами, а не только потому, что лидер партии его там поставил список таким-то, или он там заплатил, или он там что-то пообещал лидеру партии. Об этом надо думать, чтобы у нас был живой парламент, чтобы не было такого, что лидер партии сказал, а все опустили голову и подняли руки. Чтобы были какие-то дискуссии, чтобы искали решение проблем. И надо, чтобы правительство было не только пожарники, которые везде бегают и тушат пожары. Там возникла проблема, там возникла проблема, но и понимали стратегию развития страны, чтобы эффективно работали министерства, в целом правительство. А для этого надо как-то понять, какие критерии оценки их деятельности. У нас же чисто субъективно. Вот мне нравится эта власть или мне не нравится эта власть? А где там 50 важнейших критериев, которые мы определим? Вот хорошо сработала власть или плохо? Власть не готовит эти критерии. Ну и мы молчим. Гражданское общество. Так давайте научимся оценивать деятельность власти. Я хочу закончить тем, что у Молдовы есть перспективы. Важно в это понять, что мы в таком месте хорошем находимся. У нас Восток, с которым надо налаживать нормальные отношения. Украина, Россия, Казахстан, Белоруссия. У нас Запад, который хорошо к нам относится. Ну, все условия созданы, чтобы нормально жить, чтобы развиваться. Никто нам не мешает, кроме нас самих. Или тех людей, которые, придя во власть, начинают воровать, и тех людей, которые находятся в оппозиции, которые завидуют тем, кто ворует. Давайте все же поймем, что это наша страна, что мы должны все сделать, чтобы в этой стране всем было комфортно жить. И я уверен, что эта задача решаема, и более того, я уверен, что мы эту задачу решим. Спасибо.